Приветики, господа, с вами я, ваша любимая Срокоплей. И я буду заканчивать, наконец-то, аниме. Это, ну что ж, погнали. Присели прям вернули. Я сейчас буду заканчивать, наконец-то, посмотреть. Еширо. Черный каньон. Я, конечно, рада, что все вернулись целыми. Но меня не оставляют в покое мысли о мальчике, которого я встретила по ту сторону, Митсуме. Он был милым и нахальным, однако он все же попытался меня защитить. Но из-за вмешательства Цукасы он стал тайной номер три. И, видимо... Да, он близок, но он также и мой друг. Однажды он уже исчез. Я не смог его спасти. Я думал, что больше никогда его не увижу. Однако мы вновь встретились. Кто ты, черт возьми? Блин, это достаточно сложно объяснить, знаете ли. Теперь он, скорее всего, пропал вместе с этим Цукасой. И все же я в этом разберусь. Все будет хорошо. Просто. Когда он рассказал мне о Митсуме, на лице посияла улыбка. Но... Я тебя нашел, наша принцесса. Призрак 12-й. Маленькая русалочка. Экономические споры между планом Маршалла и Куманформом по поводу Берлина и Корейской войны. Что случилось? Эй, Еширо! Не ори ты так! Что ты здесь делаешь? У меня появилось желание навестить тебя. О чем это ты? Думаешь, я вру? Почему? Он ведь был другом Митсубе. Уверен, он чувствует себя одиноко, поскольку друг его забыл. Правда? Да, правда. Я думаю, что мы можем сделать, чтобы подбодрить его. Есть какие-то идеи? Ты только за парнишу волнуешься, да? А я ведь тоже чувствовал себя одиноко, когда тебя засосало в то зеркало. Еширо, а тебе не было одиноко? Но я... Сейчас не время, и... Оно отставит меня! Я волновался за тебя. Еширо, будь добра, занимайся своим имиджем после занятий. Поняла, Нэнэ. Говорят, что где-то в школе
говоришь, ты суешь нос в мои дела, но о себе ничего не говоришь. И все же иногда ты выглядишь таким беззащитным, что я просто не могу тебя бросить. Я никак тебя не пойму. Может, было бы лучше, если бы я тоже была призраком. Ну, так ты желаешь стать призраком? Какое замечательное совпадение! Мы исполним твое желание! Кто это? Кто со мной говорил? Посмотри вниз! Я прямо под тобой! Приводно с вами познакомиться, ваше высочество! Ага! Рыба! Перешептываются. Но вы не очень убедительны. Ага. Это правда! Ваше высочество, вы можете оставаться там, где хотите, но, пожалуйста, выслушайте меня. Мы пришли, чтобы высвободить ваше высочество из грязных лап этой гадкой школьной тайны. Ага. Освободить от Ханако? А зачем вам понадобилось это делать? А вы забыли? У вас содержится частица сущности русалки, та самая часть тела нашей госпожи. Вы про ту чешую? Именно. Верно. Это потому, что я проглотила ту чешуйку, которую мы с Ханако... По нашим законам, тот, кто поглотит плоть и кровь нашей госпожи, станет нашим новым правителем. Иначе говоря, ваше высочество, вы наша новая принцесса. Принцесса? Ваше высочество просто великолепно! У людей недостаточно знаний, но если вы отправитесь в наш мир, ваш статус принцессы и экстраординарная красота, вы сможете заполучить любого мужчину, которого захотите! Любого? Вы можете рассказать, какой? К тому же, ваше высочество, так будет лучше и для вас самой. Я наблюдал за вашим высочеством некоторое время, и то, как эта школьная тайна издевается над вами, переходит все границы. Он даже не принял тот подарок, что вы ему преподнесли, и он вновь был груб к вам. Это было... Он отказывается говорить что-то о себе и просто пользуется вашим высочеством, как его душе угодно. Этот мальчишка вообще ни во что не ставит ваше высочество. Может, по внешнему виду и не скажешь, но наша госпожа вполне добра. И в отличие от того мальчишки, мы любим и уважаем ваше высочество. А теперь примите это. В ней содержится кровь русалки. Окажите честь и выпейте ее. Кровь? Она оборвет вашу несчастную связь с той школьной тайной и официально укрепит вашу связь с русалкой. Если я ее выпью, именно. После этого ваше тело более не будет изменяться при контакте с водой. Что? Отправившись с нами, ваше несчастное высочество станет счастливым. Завтра мы к вам вернемся. И тогда, пожалуйста, дайте свой ответ. Что же мне делать? С воды для Эшеро. Женский туалет. В чем дело, как у древней? Ясно. Значит, русалка снова за свое. Не хотелось бы терять свою уборщицу. Связи с тем, кто тебе интересен? Ага. Так вот, почему ты так странно себя вела. Ты влюбилась. Нет, во всяком случае, я так не думала. Что бы ты сделала, Аой, если другой человек не был бы заинтересован?
Я бы точно не сдался. Что? Я бы скорее голову оторвал, чем оборвать связь с Аоюшкой. Агана? Я люблю тебя, Аоюшка! 5 баллов. Аой! 5 баллов. Это больше, чем раньше! 5 баллов из сотни! Успех! Он и это мог! Школьная лаборатория. А? Русалка? Почему нет? Чего? Не за что? Я пришла, чтобы вы меня отговорили. Вакансия на должность принцессы без опыта работы и без высшего образования. Отличный шанс. Слушайте, я вообще-то в беде. Достала. Что бы сказали господин седьмой и Минамото? Я их не спрашивала. Я думаю, что сейчас лучше не беспокоить Минамото. Что-то Ханако? Я не понимаю, что у него на уме. К тому же, учитель, вы ведь уже давно знаете Ханако, разве нет? Что случилось с Ханако в прошлом? Кто такой Цукаса? Спроси его сама. Седьмой не хотел бы, чтобы ты об этом знала. Во всяком случае, пока что. Поэтому он тебе не говорит. Возможно, ему было бы неудобно, если бы ты знала. Ты ведь все-таки питаешь слабость к седьмому. Пончики! Или же он просто боится, что ты докопаешься до правды. Так или иначе, ты должна сделать собственный выбор. Только убедись, что ты не будешь жалеть. Господа, извиняюсь, я сейчас буду заряжать свой телефон, а вы будете просто смотреть, и все, это же финал. А, извиняюсь, это будет потом все происходить, извиняюсь. Смотрите, господа, я просто не против. Я заряжаю свой телефон, чтобы вы смотрели аниме, да. Кто-то будет не любить аниме, а я просто опять проверю все сообщения. Извиняюсь, господа, просто я сейчас вот так. А когда мы дойдем вот до отсюда, тогда я остановлюсь и... Ты ее слышал. Что будешь делать, господин седьмой? Переведено и озвучено проектом Анилибрия.тв. Спасибо, что выбираете нас. Итак, ваше сообщество, пожалуйста, дайте нам свой ответ! Рыбы? Что ты?
Красота! Какой мощный хвостовой плавник! Ага. И аккуратные грудные плавники! Ага. И эти большие глаза, напоминающие темную глубину! Ага. Отбросьте свои ужасные ноги и присоединяйтесь к нам! Присоединяйтесь к миру жив! Нет, я не хочу! Вы уверены? Ваше высочество опрометчиво толстоного имеет плохой вкус на мужчин! Самый настоящий неудачник в любовных играх! Бедное создание, часть тебя уже это осознала. Будучи человеком, вы никогда в жизни не найдете парня. Но больше не нужно волноваться. Ваше высочество просто было рождено не в том мире. Просто оставьте позади и этот поганый мир живых, и свои ужасные ноги. Отправившись в наш мир, ваше высочество станет королевой. Проще говоря, популярность. Да. Популярно! А теперь выпейте же крови русалки! Прекращайте! Как бы ни был хорош ваш мир, или как бы плоха ни была ее жизнь, это не важно. Ешера, опаньки! Ханако! Отпусти ее, высочество, школьная тайна! Ага! Тут проблемка возникла. Разве ваша госпожа не учила вас, что нельзя воровать у других? Если много о себе возомните, я из вас сашими сделаю. Эй, вы все! Как же бесит! Но знай же, мы никогда не сдадимся! Школьная тайна! А-а-а. Ваше высочество, мы вернемся! А-а-а. Пока! Будешь не против гарема, да? Прости. Честное слово. У тебя есть шанс быть человеком, а ты пытаешься стать призраком. Прости меня. Но я думала, что если стану... Такая глупышка, Ешера. Спасибо. Я хотел сказать тебе, но никак не мог. Это было в первый раз, когда девушка сказала мне, что я ей нравлюсь. Я был счастлив. Знаешь... У меня был младший брат. И я его убил. Но, Ешера, ты и вправду хочешь узнать меня? Если так, то однажды я все расскажу. А до тех пор оставайся моей помощницей. Вы знали об этом, Сахе?
В этой школе есть история о семи школьных тайнах. Если вы правильно соберете все истории, проклятая печать будет уничтожена, и семь тайн Запада начнут нападать. Франкенштейн, Человек-волк, Мэри, а еще черный меч. О! Не валяй, дурака. О? Нацухи, тебя это тоже касается. Меня-то за что? Просто оказался в этом месте. Но могу ли я тут остаться? Ты должен решать это сам, Митсуба. Эй, козявка, чем занимаешься? Я обдумываю на следующий шаг. Брокколи! И запеченные брокколи! А где Ко? Он сказал, что задержится. Погоди немного, Митсуба. Скоро я стану сильнее. И тогда я обязательно заберу тебя у него. Удачи, Ко. Съешь их, если хочешь, Нэнэ. Летние овощи. Эй, ты слышала? Про Йосея. Слышала. Я каждый день ношу конфеты. А что насчет способа призвать Ханаку в туалете? Господа, наконец-то я закончила! Господа, наконец-то мы вместе досмотрели туалетного мальчика, все вместе. Я надеюсь, что выйдет второй сезон этой серии. Ну, всем бай! Увидимся в следующих сериях!